Александр Григорьевич, там идет сборка вот МС-21. Mm-hmm. Здесь тоже это агрегатная сборка. Идет сборка панелей, сборка секций отсека фюзеляжа. И дальше они поступают на стыковку. Особенность этих... Ну, это уровень производства, как Основная сейчас технология отработана серийная. Сдача надо наращивать. Это универсальная станция, где поступает обшивки и идет сборка секций отсеков фюзеляжа. Вот две секции меняются, устанавливаются на технологический перекрёст. То есть кнопка автоматическая? Клёпка в автоматическом, значит, на сверлении клёпанных автоматов, которые обеспечивают точность, качество, производительность. Сейчас мы идем с вами в цех окончательной сборки самолета МС-21. Здесь в общей сложности у нас сейчас 5 станций установлено, 5 постов, и все. Это окончательная сборка. Да, это окончательная сборка. Дальше состыкованный фюзеляж перемещается в следующую станцию, где идет стыковка крыла композитора. Сейчас мы это увидим. Это ваше эффективное. Это композитное крыло, то, что мы выигрываем в весе, да, полностью российские материалы, композиционные, связующие российские материалы. И вот дальше в чем ведется. Собранный это уже планер, это фюзеляж со стыкованным крылом, перемещается в следующую станцию, где идет уже монтаж жгутов, трубопроводов, то есть вот, пошла установка вот, полностью. После того, когда установили все оборудование, дальше перемещаемся Мы взяли самолет, фактически вытерли все иностранное, ставим полностью, начиная от российских двигателей, но и вот все системы здесь, системы электроснабжения, центрального газа, вся навигация, все бортовые электронные оборудования, все отлично. Мы пошли не того, что мы умеем, а что нам надо. Мы хотим быть вмонтированы в ваши процессы. По высоким технологиям. И второе, это должно быть наше общее. Беларусь, Россия не должны делить. Это как часто мы говорим, вот товар союзного государства. Слушайте, давайте уравняем в правах белорусские и российские товары, чтобы не было никаких проблем. И тогда и разговоры исчезнут, кто кого поглощает и объединяет. Экономика все поглотит. Самолет Су-30, СМ-2. Моя любовь. Первая партия поставки. Мой любимый самолет. Самое главное, высокоманевренный, эффективный. Спасибо.